Еще можно? Да, да, да. То небе бело, лебедушка стрелок летит. Ой, красно девица из полога жит. Как под ней добрый конь расстилается, хвост и грива коня разбиваются. Ой, платье на ней все лазоревое, на белой груди жемчуг светится, на белой руке перстень-шар горит, у нее шубонька развивается. Выбегала краснодевица к Алдане реке, становилась краснодевица на крут бережок. Закричала она громким голосом, словно белая лебедь поранена. Ух ты, гонь неси, Айдарья река! Еще где по тебе броды мелкие, еще где по тебе калины мосты, добрые молодцы-перевозчички. Не от куль взялся перевозчичек, глаза узкие, речи сладкие. Он и девицу к себе все рукой манит, все рукой манит, перевесть сулит. Сговорила, как она, нежным голосом: «Ты меня перевези на ту сторону, к отцу, к матери, к роду племени, на святую Русь. Я за то плачу тебе, ой, 1000 рублей, а еще плачу тебе, кунюшу обыньку с плеч. А и мало все тебе, ты возьми злат перстенек, а и перстню тому сметы нету-ка». Ой, ты, девица, краса, поди замуж за меня, а и так не пойдешь, возьму силою. Ой, сватали меня все бояре, да князья, так пойду ли за тебя, за хазарина? Как за девицей скакали 3 наездничка, полояночку искали слуги ханские. Увидали, как ее на крутом бережку соскочили с коней, сабли вынули. То небелая лебедушка воспархивала, воздымала белые руки краснодевица, кидалась девица водарью реку. Тонула девица, что ключик ко дну. Ну вот это вот пойдет.